Доброго времени суток! С вами Хан ТВ и я, Саша Сурамаша. Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности. По этой причине он выставил на продажу свой дом в Латвии, сообщает «Комсомольская правда». Речь идет об одном из двух особняков близ Юрмалы, который артист намерен продать за 50 миллионов рублей. Сейчас за коттеджами присматривают бывшие владельцы, которые получают деньги от артиста за ведение хозяйства. Часть вырученных денег планируется потратить на компенсацию семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. На оставшуюся сумму будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму. Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер еще не дошел от шока после ДТП. Он плохо спит и похудел на 6 килограммов. Адвокат отметил, что Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль. Стоит отметить, что на днях Совет Федеральной палаты адвокатов РФ сделал предупреждение адвокату Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы пострадавшей стороны, Александру Добровинскому. В обращении организация попросила представителей сторон, а также юристов, не имеющих отношения к уголовному делу, воздержаться от публичных высказываний, сообщает «Коммерсант». ФБА отметили, что Добровинский и Пашаев активно выступают в СМИ в связи с происшествием. При этом они сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, и откровенно используют причастность к громкому делу для саморекламы, отмечают юристы. На этом все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе свежих новостей. Всего доброго!